Всем хай, с вами Алена, и наконец-то я своего папу уговорила сделать со мной реакцию на оттянок. Только есть одно но. Мой папа согласился сделать реакцию на оттянок, только говорить на украинском языке. Всем привет, хлопчики та девчатка. Ну что ж, ребята, погнали. Всем привет, я новая тянка. Ну привет, новая тянка, а где старую дело? Ну привет, тянка-татянка. Меня зовут Тася. О, прикольно, мой папа почти угадал. Вот, я очень красиво рисую. Якщо це красиво, тоді як погано? Ну посмотрим, как же ты красиво рисуешь. Я прям вообще художница, я в художку ходила 5 лет. Ого, 5 років и такие навыки? А я в музыкалку 2 года ходила. О, да, и так и ничего не научилась. Как это ничего не умею? Я все умею, я до сих пор ноты помню. Хотя нет, не помню. Ну ладно, не суть. Вот, здесь я рисую уже себя. Вот такая я красивая. В кінці малюнка побачим, яка ты красива. Девочка, если бы я так рисовала, то мне бы папа сказал, что у меня руки растут из жопы. Алена, навіщо ты меня сдала? Да, вот. Тут я нарисую сейчас свои глазки. Вот, они у меня, кстати, большие очень. Напевно, в тебе очи, как в пекинеса. В туалете еще больше будут. Папа, а что ты такое говоришь? Особенно про туалет. Как представлю, аж смешно встает. Вот. Какие они у меня красивые. Особливо красивые зрачки. Девочка, ты даже глаза не нарисовала, а уже говоришь, что они красивые. Вот так вот. Здесь у меня рисую свои, какого у меня цвета глазки. Вот так вот. Вот, осталось только челочку, реснички и губки. О, прикольно, хотя бы одна тянка, у которой сценарий не как у всех тянок. Губки у меня, кстати, очень большие. О, да. Очи как пекинеса, а губы как верблюда. Я просто представляю, насколько ты за контур выходишь, когда красишь губы. Угу. Если вы не знали, на всякий случай. Вот, сейчас рисую реснички. Хорошо, хорошо, рисуй свои дальше реснички. Они должны быть большими, а то получится некрасиво. У меня, в принципе, и в жизни такие большие глазки. А в житті ты тоже такая велика? Если что, кто не понял намек, мой папа про вес. Вот. И реснички у меня тоже большие. Осталось только внизу реснички еще. Вот, такие они у меня красивые. Мені здається, що знизу більше, чем зверху в тебе. У нее, наверное, просто тушь потекла. Вот. Теперь губки. Они у меня очень большие, поэтому я их стараюсь рисовать как можно больше. Вот. Все. Кстати, пользуйтесь моими туториалами. Так, а ну-ка с этого момента поподробнее. Какие еще туториалы? А, я, наверное, поняла. Ты делаешь туториалы, как рисовать глаза, как у пекинеса, да? Вот, учитесь рисовать, как я, Тася Тян. Вам нужно, и когда вы научитесь рисовать, как я, можете... А сверху то вуса, чи що? Можете меня оскорблять, поэтому не оскорбляйте меня, пока не научитесь рисовать, как я. Судячи по малюнку, уже можно начинать. Типа оскорблять или что? Вот, ждите вторую часть, где я буду раскрашивать себя. Пока что, всем пока. Пока, Тася. Будем чекать другую частину. Так, ребята, все, тянка уже закончила себе рисовать. Так, ребята, я хочу у вас кое-что спросить. Какая аудитория меня смотрит? То есть желательно написать свой возраст в комментарии. Так, я думаю, что меня смотрят подростки и маленькие дети, но взрослые люди уж точно меня не смотрят. Так, стоп. Нет, я знаю одного человека, взрослого, который смотрит мои видео. Привет, дядя Ваня. Ну ладно, на этом я буду заканчивать свое видео. Всем до новых встреч, пока-пока, зайки, люблю.